Не следует нам тут быть. Через пару часов начнется полнолуние. Да, нужно спрятаться, чтобы вода нас вновь не атаковала. Мне уже надоело бояться. Вода — наша стихия, наш воздух. Нужно найти способ уничтожить это щупальце. Но мы не знаем, каким образом. Жаль, нет Льюиса. У него всегда возникала целая масса идей. Есть и другие, кто разбирается в нашей проблеме. Уилл. Если кто и поможет, так это Зейн. Он очень давно нас знает. И запросто рискнет чужими жизнями ради своего эго. Перестаньте. Они оба способны нам помочь. Привет. Ой. Ой. Извини. Возмещаю соком. Если ты занят, я... Это самое малое, что я могу предложить. Забываю, что ты русалка. Спасибо. Скажи, ты очень занят вечером? Погоди. О, сегодня полнолуние. Да, точно. И я хотела попросить тебя об услуге. Мы сегодня собрались переночевать в кафе. Рики решила пригласить Зейна, а я хочу пригласить тебя. Будет Зейн? Помогать. И ты, если хочешь. И что, остальные не возражают? Конечно. Для меня это честь. Я знаю, насколько это может быть опасным. Я с радостью помогу. Значит, нужна моя помощь. Не думал, что доживу до этого дня. Не издевайся. Серьезно? Ты разрешаешь мне помочь? Ты не предлагал. Неправда. Плюс ты всегда так занят бездельем с дружками. Надеюсь, на сегодня у тебя нет планов? Свои планы я не меняю. И даже полнолуние тебя не заставит. Раз для тебя это так важно, я отменю свои планы и помогу тебе обустроить кафе. Обещаешь? Обещаю. Привет. Во сколько дуемся в картишке? Все отменяется. Частная вечеринка. Ну я так давно этого ждал. Знаю. Сыграем в другой раз. Ладно. Хорошо. Поскольку репетиции сегодня тоже нет, я... Это частная вечеринка. И раз вас на нее не пригласили, развлекаться мы будем своими силами. Девичник? Да, что-то вроде этого. Классно. Откуда ты знаешь? Точно сегодня? Попробуй водород. Не, газ на У, а не на В. Покажи. Тогда углерод. Слушай. По поводу вечера в кафе. Нас будет трое, и мы вполне сможем управиться сами. А почему в кафе? А почему нет? Да, особенно когда Тина слышала от Зои, что сегодня там будет грандиозная вечеринка. Клео идет на вечеринку. И это не значит, что ты обязана ее испортить. Но я ведь не... Еще находишься, когда станешь постарше. А пока посмотришь телевизор, когда сделаешь уроки. Мы закрыты. Знаю. Меня девчонки позвали. Должно быть, ты что-то перепутал. Не думаю. Они попросили меня о помощи на случай... Попросили о помощи? Да. Привет. Привет. Пришел? Слушай, я подумал, лучше провести эту ночь не здесь, а у меня в сарайчике. Ты так думаешь? Там меньше места, легче будет запереться. Мы с тобой все подготовим. Смеешься? Это же для девчонок. Не смей мне говорить, что лучше для девчонок. Ну все, перемирие. Только я знаю, что лучше для девчонок. Мы все организуем и останемся здесь. Ясно? Я пойду домой за вещами. Надеюсь, кровопролития здесь не будет. Конечно. Без проблем. Да какие там проблемы? Ой.
все, я пошла. Взяла зубную щетку. Если что, ты сразу звони. Дон. О, ну, веселитесь. Хорошо, все, пока. Я тебе верю. Папа, пока. Что-то меня тошнит. А что такое? Наверное, устала. Так охота залечь. И чтобы никто не будил. Ляг сегодня пораньше. Да, это верно. Я пошла. Добрых снов. Спокойной ночи. Загляну попозже. А где все девчонки? Извини, сегодня частная вечеринка. Я это знаю, браток. Послушай, вам придется уйти. Ты меня что, выставишь? Ну, могу. Здесь не твой сарай. Но Рики сказала... Забудь, это мои друзья, я всегда рад видеть их. А как же те планы на сегодня? А что я? Рике это не понравится. Она моя девушка, так что с ней я сам разберусь. Что это? Разве не видно? Будем играть в карты. Да. Ты сказал... Я все помню. Мы же договаривались, что кафе сегодня наше. Можете расположиться в кабинете, а мы займем зал, и все будут просто счастливы. Мы не помешаем вашей пижамной вечеринке, верно? Нам надо поговорить. Да. Как ты мог так поступить? А я должен зациклиться на тебе? Я прошу тебя относиться ко мне с пониманием, только каждое полнолуние. Это что, по-твоему, сложно? Всякий раз, когда речь заходит о полнолунии, ты превращаешь это в драму. А нападение воды – это шутки? Дело не в этом. А в чем же? Дело в Уилле. Так ты ревнуешь, ясно. Ничего я не ревную. Я просто... Выходит, он для тебя важнее, чем я. Он просто хочет нам помочь, и все. Хватит меня. Все хорошо? Ему тут нечего делать. Мы уйдем вместе. Глупо было на тебя надеяться. Рики, может... Нет, я и без вас справлюсь. Стой! Тебе туда нельзя! Да неужели? Зейн просто не понимает. Да? Он этого не видел и не знает, насколько это опасно. Ему наплевать. А мне нет. Да, ты рассердилась, но сейчас не время показывать характер. Давай не будем пороть горячку. Хорошо? Хорошо. Пойдете ко мне. Хорошенько запретесь. Если мы все соберемся в одном месте, я точно смогу вас защитить. Что? Нет, я имел в виду... Позволь прояснить. Я не хочу, чтобы кто-то защищал меня. Понятно? Thank you.
Отлично. Да нет, больше что, не надо. Что там? А? Да у тебя все на лбу написано. А Рики где? Не знаю. Теперь мой ход. Вот так. Где ты их берешь? Эй, кто пришел? Присоединяйся. Что тут происходит? И где Рики? Она убежала куда-то. Куда? Я думал, побежала к тебе. Жаловаться на меня. Нет. Так куда она подевалась? Уилл, да. Рики сбежала. Она поссорилась со своим дружком-идиотом и уплыла. Думаю, что на Мака. Да нет, вряд ли. Уже скоро... Она хочет попытаться уничтожить Чупальца. Я пытался ее остановить. Надо вернуть ее. Эй, привет! Так, а ты что тут делаешь? Я пришла на вечеринку. Отправляйся домой, или я сейчас позвоню отцу. Что тебе сказать? Нет. Веселье для всех. Уилл? Чего тебе надо? Я зашла за Уиллом. Его тут нет. Мы договорились встретиться. Правда? Так он тебя подставил? Нет, просто, видимо, он уже ждет в кафе. Неужели? Я его знаю. Он сам не свой, и я его понимаю. Должно быть, ты боишься меня. Ты много о себе мнишь. Мы могли бы ради Уилла и подружиться. Не забивай себе голову. Я бы и тебя пригласила сегодня в кафе, но тебе там больше уже не рады, не так ли? А тебе не рады здесь. Так что катись. С радостью. Я должна найти Рики, но не могу оставить здесь Ким. Я не нанимался в няньки. От тебя совершенно никакой помощи. Слушай, это ведь из-за тебя она сейчас находится один на один с этой штукой, а тебе наплевать. Ты спокойненько сидишь и тупо дуешься в карты. Рики должна знать, что может на тебя положиться, как и я. На меня можно положиться. Тогда докажи это. Закрой эту лавочку, увези Ким домой, а я отправлюсь искать Рики. Прошу. Прошу прощения. Все, все. Вечер закончен, и кафе я закрываю. Ты не посмеешь. Слушай, это мое кафе. Только еще одну песню. Поклонники жаждут. Они перебьются. Ну-ка, ребятки, все на выход. Спасибо, Зейн. Где нам веселиться? Дома. Я как раз собирался отвезти ее домой. Вопрос в том, а что вообще она тут делает? Меня Клео позвала. Она сказала, что тут будет круто, и я пожалею, если не приду. Куда, юная леди? Но я же... Никаких «но». Мне нужно одно разумное объяснение. Что происходит? Рики сбежала.
Папа, мне правда нужно уйти. Ты не уйдешь, пока я не получу ответа. Как ты могла позволить сестре удрать из дома? На вечеринку? Я не разрешала ей удирать, и это не вечеринка. Неужели? Мальчики, пицца, музыка. Не вечеринка? Она хитрит. Это всего лишь девичник. А он зачем здесь? Я? Мы тут практиковались в караоке. Правда? Не верь ей, папа. А ее не приглашали. Впрочем, как и меня. Что? Я обожаю караоке. Она сказала, что ты стеснительный, и тебя не надо приглашать. Нет. Что ты несешь? Что, я стеснительный? Ты. Ты умеешь играть рок-н-ролл? Да. Пошли. Я тебя убью. Я сомневаюсь, что мне удастся отсюда исчезнуть. Сейчас здесь только ты и я. Чего ты хочешь от меня? Тебе плохо? Как вы тут? Это щупальце вернулось. Нет, все отлично. Вы меня спас. Он как раз вовремя успел. Да, Уилл? Спасибо, Уилл, ты не подвел нас. Наконец-то ушли. Твой отец обожает Элвиса. Не напоминай. Рики! Ты в порядке? Что случилось? Вода напала на нее, но Уилл успел помочь. Не сомневаюсь. Я хоть там был. Остыньте. Рики! Такого больше не произойдет. Отныне я всегда буду рядом. Хорошо. Неужели ты вот так просто его простишь? Я возьму свои вещи и поеду домой. И я тебя отвезу, только сначала закрою кафе. Как думаешь, что с ней? Может, она в шоке?
Рики, что там было? Ты говорила с ним, и оно остановилось, будто слушалось тебя. И зачем ты соврала девчонкам, что я тебя спас? Так и было. Нет, это ты спасла меня. Какая разница? Ты там появился, пытаясь меня спасти. Я просто искал тебя, беспокоился. Как мне все надоело. Надо рассказать Клео и Бейли. И что им рассказать? Что оно отвечало тебе и слушалось. А я не уверена в этом. Тогда я им скажу. Нет. Почему? Им не надо знать. Обещай, что не расскажешь. Пожалуйста. Ты же мой должник. Хорошо. Я не подведу.